Всем привет! Сегодня я буду лепить пеликанового большерота. Пеликанового большерота также еще называют угревидный большерот. Он вид лучеперых рыб из-под ряда мешкородовидных. Единственный вроде большеродов. Длина тела может быть от 60 до 180 см. Масса не более 1 кг. Они были замечены на глубине до 5000 метров, точнее на глубине 5 километров. Я его леплю из терракотового пластилина. Сейчас сделаю рот. Вот такой пеликановый большерот у меня получится. Ребята, надеюсь, вы оцените меня лайком, так как фигурка была довольно-таки сложной. Особенно рот. Спасибо за просмотр!